Ух ты, круто! Вот это пулемет, вот это калибр, да! Да, вот это мощь! Ха-ха, да, детка! Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон. И это рубрика «Новинки», где мы продолжаем проходить игру Call of Duty Black Ops 2. На этот раз вас ждет 15-я миссия моего прохождения. Для начала, как всегда, осмотрим наше оружие, которое нам выдали, и поставим к нему кое-какие дополнения. Ну что же, лазер, рукоятка и какой же гибридный прицел или обычный? Да, обычный коллиматорный возьмем. Это некий дробовик, к нему модули недоступны, а может и не дробовик, может что-то более интересное. Мы узнаем это чуть позже. Так, эта гранатка мне не нравится, возьмем обычную и, наверное, не знаю даже, давайте шоковую. Так, для развлечения. И к перкам у нас добавилось... Да, ничего нам не добавилось. Берем старые перочки и погнали! Всем единицам ВМФ США у стран АСЕАН приказано защищать Китай от атак дронов Рауля Менендеса. Благодарю, госпожа президент. Ваши поступки убедительнее любых слов. Мадам президент, командир, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны. Они меняют курс. Лос-Анджелес. Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Вертолет президента под обстрелом! На землю! Срочно вызывайте броню! Мы падаем! Госпожа президент, вы в порядке? Все, все. Точно? Я в порядке, да. Доставить президента в убежище. Ха, я и не знал, что у нас президент женщина. Ну, действительно, что там у них? Президент черный, следующий маневр — президент женщина. Что дальше, я боюсь даже вот предположить. Жопа. Вот жопа! Успокойся! Пуля прошла на вылет! Жить будешь! Я дам тебе кое-что от боли! Вот зараза! Госпожа президент, дроны уничтожили порт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре города. Джонсон, вы ведите на улице войска и разберитесь с дронами. Командование НУРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендеса. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Воу! А я все думал, нам будет вести, и все будут пролетать мимо нас. Но нет, они все-таки упали. Гравитация бессердечная, ты тварь. Ну что, неплохо будет в городе-то повоевать. А то все... То все какие-то поля. Давай, Харпер, иди. Так, использовать. Что-то там использовать нужно. Ага. Оу, чуть не упал. Ух ты, это ракетная установка, клёво. Сейчас поиграем. Так, отслеживать цели, где? Вон.
Ух ты, вот это клево. Офигеть. Просто наводишься, видишь, что цель заблокирована, и они готовы. Так, по этим промазал, похоже. Тихо. Yes. Вроде я их подбиваю. Да тихо, Харпер. Задолбал. Трындит. Давай, все нормально. Так, мне, похоже, нужно просто кнопку зажимать, да палить по ним вот так вот. Да, 90 градусов. Ужасно. Где там еще? Вон они. Вон их сколько там. Метко стреляю? Да это пушка самонаводящаяся. Что здесь такого-то? Ух ты, прям передо мной падают. Жесть какая. Yes, все готовы. Ну и, конечно, сейчас машина упадет, да? Да. Всегда падает машина в конце. Сектор, говорит Андерсон. Отвечаю на сигнал бедствия. Жду приказов. Андерсон, мы направляемся к убежищу с президентом. Займи позицию в воздухе, веди наблюдение. Так точно. Только учти, кроме меня поддержки не будет. Остальные из эскадрильи либо погибли, либо ведут бой с дронами. Да, девчонка в истребителе, это клево на самом деле. Очень заводит. Так. Это что, свой, что ли? Кого я убил-то? А, вот вроде. Где? А, вижу. Отбегаемся. Прямо по курсу. Еще один грузовик погружает пехоту. Ох, нифига его расшибило. Кнопку зажимаешь, чтобы через стены стрелять. Противник ведет шквальный огонь. Так, где ты? Готов. Вот нажмите. Набираем. Бух! Вот это клево. Они совсем близко, сектор, за колоннами. Тихо. Отвлеки их. Фига себе, он бетонную колонну, походу, прошибает. О, да. А чё, миссия неплохо, зрелищная, мне нравится. Погнали. Ух ты. Задние машины свернули, как только в нас попали. Министр обороны... Да кто ж меня там обстреливает? Ты кошмар какой-то. Кто меня обстреливает? Тихо. Спокойно. Кто меня обстреливает? Почему такая тишина? Почему нет замеса? Я не понимаю. Где замес? Да давайте уже тащите своего президента куда-нибудь. Ну да, уничтожите. Готов? Да, что-то жесткая пушка. Очень жесткая. Стены прошибает, и что она только не делает. Уезжайте. Хорошо, уезжаем. Блин, не слышу я, что они там бормочут. Вот озвучка говно. Давай, погнали. Уроды. В дороге. Это машина смерти, она только разогналась. Один из дронов идет к твоему конвою. Есть цель. Открываем огонь. Право.
Давай, девчонка, спаси нас, девочка. Блин, очень клево летает, напоминает этот фильм со Шварценеггером. Ну ты же нам поможешь, девочка, да? Поможешь нам выбраться? Я знаю, вон она летает там, от дрона спасается. О, да, конечно. Долго нам покататься не дали. Грузовик прервал болтовню Харпера. Ну что нам тут показывают-то, я не понимаю даже. Давай уже, очнись. Очнись. Очнись, парень. Парень. Hello. Синий маршрут под угрозой. Повторяю, синий маршрут под угрозой. Всем конвоям избегать района стадиона. Ждите новых данных. Мы проедем по улицам. Перегруппируемся по дороге. Чё, Харпер жив ещё? Нет, девчонка, ты должна нас была спасти от всех. Ё-ма, откуда у них Клау? Откуда у них Клау? О боже. Её взорвали? Да, Харпер стреляет в голову Клау. Что, куда он там? Тихо, спокойно. А где моя пушка, пробивающая всех? Нет, мне дали пушку, которую я выбрал. В самом начале. Да ё-мо, вы охренели что ли? Чё ж так больно-то? Надо уходить с дороги, действительно. Лучше, чтобы сзади всегда было какое-то прикрытие, потому что если сзади нет твердой стеночки, то это очень-очень опасно. Обычные полицейские уже с нам помогают сражаться. Да, прям каком-нибудь боевички о таком летнем блокбастере. Так, тут нет никого, нет, нормально, идем. Что, еще Клау? Офигеть. Тихо, 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 спокойно. Гранат мы туда накидали, даже одну вернули им обратно. Да откуда у вас все это берется? Что ж такое-то? Так, спину, спину, да. Так тебе, говнюк. Где этот Клау поганый? Если еще кто-то из иностранных лидеров погибнет, последствия будут катастрофическими. Тихо. Фух. Да он не взрывается нифига. Мразь. Где мне ракетницу-то взять, чтобы взорвать? Фигня какая-то. Так, мне давали какую-то вторую пушку. Это что у нас такое? А, это как раз и есть та фигня, пробивающая все и вся. Используйте усиленные заряды, чтобы пробивать броню. Раз, два, три, четыре. Бам! О-хо-хо! Вот это клево! Вот это мощно. Раз, два, три, четыре, пять. Буп. Еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять. Да козел, отвали. А-а-а. Давай, давай, перезаряжаемся и заново. Давай, заряжайся. Набираем силу. Три, четыре. Бум. Блин, еще жив, а? Вот ведь... Бах! Вот это клево! На части тебя, урод! Где вы там? Тебя! Да ты живучий гад! Давай, 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 давай! Бах! Готов!
Где там еще? Все? Молодец. Конечно, молодец. Хрипыш. Чего, отметить цель? Кого там отметить? Да кто меня так садит? Ёлки-палки. Еще и Грена. Вот вам. Так, это свой? Блин, это вроде свой, да? Хорошо. Хорошо, хоть они отмечаются. А то как-то кошмар был бы вообще. Блин, опять открытые пространства. Что жесткая миссия. Эй, цветки не сбрасывать! А то я сейчас опять найду кулак смерти. Пойду вас всех уничтожать вручную. Ай, тихо. Там что-то вскрыть. Там что-то вскрыть можно. Иди сюда. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Давай, что-нибудь хорошее. Ну, какая-нибудь огромная ракетница. Супер-мега-шняга. Ух ты, что это? Да, это обстрельная фигня. Мы уже пользовались. Где эти дроны, проклятые? Вот это клево. Так, где они? Еще раз. Лок. Yes, перестреляли. Еще раз. Лок. Давай. Готовы. Еще хочу дронов. Где они? Вон. А вы гады, обстреливают меня. Где? Не вижу. Ну что ж такое? Нет, это вроде свои. Где вражеские? Кто-то меня обстреливает, мразь. Где он? Кто-то меня обстреливает. А, вон он. Ё-моё, один что достался. Нет, еще один. Давай. Все? Все конь. Нет, еще. Вон они. На меня. А-а-а. Ладно, хрен с тобой, фигня. Убил сколько смог. Не знаю вообще, зачем это нужно. То есть, как мне это поможет вообще. Веселуха чисто какая-то. Ладно, погнали дальше. Хотя тут погнали, это громко связано. В основном я тут прорываюсь и каждый миллиметр отнимаю у врага. Каждый долбанный миллиметр этого торгового центра. Только бы Грену в меня не кинули, ненавижу. Пулемет готов, выбегайте! Еще ракетница там где-то. Ух ты, что это было? Граната! Ё-моё, фух, еле успел. Да кто? Кто? Бежим. Кто в меня стрелял? Что за уроды, а? Уроды-то, кто там? Раз за разом в меня садят. Ах ты, гад. Мразина, а? И как тебе это? Так, погнали. Все, хватит тут разбираться с этими придурками. Так, там кто опять? Опять целая толпа этих бичей, да? Бичи в красных капюшонах, да? Конечно. Всегда тут все... О, тачка! Погнали! Тачка! Девчонка, она сверху! Сверху, давай! Кто же нас все время обстреливает? Какие же вы уроды! Как же вы достали-то меня, а? Со всех сторон! Это... Как можно вести боевые действия, когда они со всех сторон? Где она? Где она села? Какой вражеский грузовик справа? Почему я его не вижу? Везде ракеты какие-то летают. Какой-то кошмар вообще творится. Что там за взрыв был? Что? Что случилось? Что произошло? Я что-то пропустил, походу. Пока прятался.
Ну давай опять, опять у него глюки. Мы поняли, просыпайся. Мы поняли. Не хочет, не хочет, не хочет, парень, не хочет. Давай. Ну. Вот срань. Так он медленно моргает. Тяжело пришлось. Нормально. Нормально, чё, а тут нормально. Второй раз за день тебя. Грохают об пол. Андерсон, в неё попали, не знаю, насколько серьезно. Где? Где? Она еще жива? Ну что, неплохо, нормально. Свалилась. Почему она зеленым светится? Ой, да ладно, мы полетаем! Да, это клево, это клево, это клево! Этого я не ждал. Полетаем! Вот так, да, да, вот это клево! Ух ты, клево! Как мне их? Чего? Надеюсь, это будет несложно. Так, это ракета? Это пулемет? Все понятно? Твою мать, полная задница! Серьезно нам досталось! Харбер, сверни налево на 9. Круто, круто, круто! Это кто, свои, чужие? Я не понимаю, кто это? Блин, они всех давят, какой кошмар. А, понятно, у меня есть цели. Ух ты, круто, вот это пулемет, вот это калибр, да! Да, вот это мощь! Ха, да, детка! Круши, руби, ломай! Да, дерьмо вертолеты ваши не работают ни хрена, да! Вертолет нам не помеха, потому что мы с утехой. Давай. Вот эта мощная фигня вообще просто рубит на части. Блин, меня прет вообще по полной, вот это клево. Давай. Чего там? Чего ты говоришь, электронная женщина? Я не слышу, давай. Давай, лети, лети, ломай. Что? Ах, вы урода. Ух ты, круто, меня понесло. Ес, да. Нет, у меня что-то все искрит. Все искрит. Это плохо? Это плохо. Давай, давай. Какой-то форсаж я еще могу использовать. Давай вниз куда-то там. Дроны нас не окружат, потому что мы... Давай, вот это клево, вот это клево. Вот это шикарно вообще просто. Где? Где они там? Я даже практически не управляю, только нос поворачиваю. Давай, руби их нафиг. Давай, захват, захват, захват. Захват, вот так, красава. Форсаж. Шикарно. Где там еще? Нет, нет, я не покидаю зону боевых действий. Не покидаю, не покидаю. Где они там? Нет, наверх, 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 наверх. Где? Да давай же ты разворачивай. Я, конечно, блин, с курса сошел что-то совсем. Вон они. Вон они, вон они. Вон они, блин, тяжело этой штукой управлять. Похоже, мне еще и комп помогает, потому что я вообще замучился. Где они там? Давай, цель, зафиксировано. Да. Вот так. Куда пультируемся? Да, малышка, ты хорошо отработала. Ну что, прямо в Харперу... К Харперу в кабинку сейчас запрыгнет. А нет. Еще одно жесткое приземление. Давай. Во. Прям тут меня и забрал. Ты это знаешь? Это клево, это просто офигенно было. Да. Простите за мое небольшое помешательство, но полеты истребителя прямо
Вот так вот сделал все с этой миссией. Ну что, мы прошли 15-ю миссию. Какая у нас будет следующая? Судный день! Да, ребята, это последняя миссия, будет 16-я. И будет она у нас после выходных. На выходных у нас будут другие более-менее, не знаю, сами решайте, интересные рубрики. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям. У меня новая рубрика, кстати говоря, называется «Лучшие игры». И в ней я прохожу лучшую игру, по моему мнению, называется Shenmue. Очень советую ознакомиться с ней. На этом у меня все. Всем спасибо и до следующей миссии.